Всем привет из Ейска. Сегодня 7 апреля 2024 года. Мы находимся на Приморской набережной. Местное время 3 часа дня. Температура воздуха плюс 18. И сегодня у нас ребята открыли купальный сезон. Три красавца плывут. Кто вперед до берега доплывет? Наверное. Ребята, сколько граммов водичка? Ну, сколько по ощущениям градусов? Ну, не холодно. То есть уже можно спокойно купаться, да? Понятненько. Ну, молодцы. 7 апреля. Открытие купального сезона 2024 года. Собирать. Горшок с цветами. Горшок с цветами. Да, поменьше.